сому не видено, и поэтому зовут Винаки. А тот, кто одевается, думает, блять, а какого хуя чел какой-то не с гильдии, вроде перс кидает и одевает перса двойным ЕП, которого не заслужил. Поставь стол, пожалуйста, Мак. Так-то да. Все, Вивас в РК зашел. Ну вот он в РК сидит, теперь ему это и скажи. Что тебе ты надо Вивас ливнешь из Never Believe, и что бишь Dark Baron? А какие проблемы в этом? Я трачу свое время у вас в рейдах, и под каким я знаменем скажу? Ну и все, меняется его тогда сразу с такими претензиями, и нехуй здесь ловить ему. А какие почему претензии? Почему сразу претензии, действительно? Может, у меня там шмотки хранятся, камни? Ну, я высказал свое мнение. Мне не нравится, когда чувак одним персом в гильдии и говорит, я вот буду играть одним, а ИП иметь двойное, которое не имеют люди, которые играют многими персами в гильдии. Это вообще хуйня полная. Вообще против этого категорически. Такого хуйни не будет. Я буду лично, ну, как бы с Бибопом разговаривать, если такую хуйню сделает кто-то. Я не прошу кидать мне ИП. Я не прошу сейчас кидать мне шмотки. В чем проблема? Если не надо... Не-не-не, конкретно к тебе я не имею претензий. Я просто помню уже много раз таких людей, которые заводили одного, с якобы там у меня друзья, у меня банк, а потом типа начисляйте мне там двойное, а то и тройное, даже ГП просили. Ой, ЕП просили. Ой, командуй, давай, боссов надо бить. А я тут при чем? Давайте бейте. У меня... Поздняя ночь, не хочу напрягать. Чё, бафов нет? Палы не бафуют, ты не бафуешь. Там вроде пала бафы разобрались. Каски нету на мага. Я слушаю. Каски. Ага. Я кулаки всем дал. Хорошо, сейчас я подбегу, раздам каски. Ну, и спел будет? Ну, хоть. Дайте им на хп приступить быстрее. Да. Чё там, охотников нету, что ли? Рога, намажь яда на исступление. Мизантропы. Снимайте исступление, алё, или мы разойдемся тут, охотник. Тебя не слышит. Меня слышит вообще? Слышит. Да. Черный лимон, Magic Story, подходите, сейчас босса добиваем на хилы шугаря. Ни к чем, правильно? Да вроде. Странно. Чего ты таунтишь? Лес с этим мизантропом, Magic Story, там где-то там лимон. Сержик, пикни с хила, там 200 радру. Ваня, присоедините, пожалуйста. Дайте шкаф. Слава, пикни с хила, тут на одного босса. Я только что был холипалом, это ретрик с портапалом у меня. Там Тоби, пикни с хила. Ну, нет, все, лимон тут, нормально. Так, по танкам, что там, поклонский основу, Тирхоз первую, веселочка вторую копию, дайте фулл бафы, дайте шкаф. На фласке юзаем здесь или нет? Вот, дай шкаф, там мне все равно. По усмотрению. Вот, дай шкаф, алло, ты в РК? Блин, да шо вы сегодня так тупите? Лок он в чате пишет. Не в РК Лок, это Ильнур. Да, он сказал, что он потом зайдет просто.
Ну, возьми его обратно в пати, мы не можем класть. Теперь хрен потыкаешь. Кулаки дает Виталику. Тыкайте на сум. Давайте, все тоже по-конски начинай. Цирк приехал. Может, это не стойте, главное. Короче, потом Леона всем еще обновлю баф. Или вы как говорите, твое сильнее страдание. Санки, прижмитесь, последняя копия, то забирайте ее. Аккуратно речь, чтобы милики, чтобы вас там не сбрило. Веселочка, веди туда, к тем копиям. Туда не веди, куда ты хотела, наверное, повестить. Или мне просто там встало. Туда веди, сюда не веди. Это снег, башка приходит. Да, я помню, на работе, короче, делали повышающий трансформатор тока, ну и коллега там концы подает, я говорю, да не ту хуйню, эту хуйню, он такой, чё? Престижная работа. В смысле престижная, обычный слесарь, блядь. Блядь, не каждый может там собирать трансформаторы, что-то делать на заводе. Поэтому я это. Так, не-не-не, мы не собирали сам трансформатор, мы собирали схему, нам надо было там клещи посмотреть. Дайте каску друидам. Слава. Пристабав можете дать. Ну давайте, святой там, так как кто-то начинай. А все тут в шкаф не надо вроде. Идем на ту сторону там. Каноп, ты тут, алё? Назойливая машкара. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Бафы, кстати. Альпич, ДЦ есть, да? Я не пойду в ЦМО. В прошлое... На прошлом ПД 500 ГП там отхватил. Хватит с меня. Ну что там, тяжело, да? Да там не тяжело. Я ни разу там хилом не был. Я в лезвиях дох как рак. Но он очередно с лезвием путал.
Он иногда вперед вынесет, иногда влезет. Когда Халеон что-то говорит, это значит лезвия будут. А когда молчит, то не будет. А еще ДБМ. Кто это сильнее? Это бисовый хомик. ДЦ бисовый. Дайте шкаф. Девочка, да? Да. А есть ты бы похавать у кого? Таску можно потакать, пожалуйста. Ну бери пристав. Да не принимала спать, я было бы что нет. Так, давайте тут можно в холбаф отдавать по тактике. Первая во тьме, четвертая остается добивать кроме так, демона арпич. Нет, нет. Я не хочу, не хочу. Эксоприен, ты уже когда принял? Еще раз спроси. Нет. Не принимай, когда пристав. Да, пати. Это, по-моему, Хироза, по-моему, уже приняла. Да все, уже она у нас здесь. Ну, сорян, Ваня. Так, четвертое остается добивать, кроме демона Альпис, через взрыв бьешь, когда они зайдут в хилы. Анакриэль, Гутербол, Свету, остальные все во тьме. Эксобривен во тьме диспелит, я в Свету подиспелил. Инеры, Небесные, Гутербол, Сержик, Лимону, Фруня, тоже Лимону заливаешь. Дайте рыбу. Там рыба есть, поставьте, я могу дать, чтобы поставили. Серега, Баш, говори, когда кидать три. А, давайте макро сделаем. Вот, не кому рыбу дать, я обычно поставили? Не смотрю на чат, просто... голосом кидает там все дела. Поставьте рыбу, кушать. А кому еще рыбу дают? Башу? Кто на какой спекроиде, куда я получает? Такое видишь? Я увижу, но могу не заметить. Голос это все-таки голос. В полу не кидать с самого начала, да? Я так понял. Так, что там, давайте чекну пул. Рыба была, нет? А, вот он. Да, там Теркас начинает заходит во тьму. Поклонский, Халёна и Големов на второй фазе. Так, Клота. Давайте, если готовы, заходите за линию, ДК начинай. Бать, нет, первый раз в жизни таун промазал. И вас. Падайте. Ну тут 6. Сколько еще таких героев? Там если кого надо будет поменять, я первый на земле. Кто взорвал? Не знаю, не показалось. Да там с самого начала с игрой, ну... как бы не задалось. Что, руник КД? Не, руник я отдал. Я просто там прожал, он пошел на рейд, и потом руник начал пэш. Да нереально сорвать, у тебя 3 на пол, Инди. У тебя ханта готовность есть, которую он дает сразу, и роги откадешивают, и сразу кинет. Не все роги напуливают с пула. У него одна... Я рога никогда не напуливаю с пола, например. Я только на протопала и на трэша напуливаю. Ну у тебя просто промах таун там и промах ВПшка. Это как бы минус большое количество игры. Вы вообще бьете таун там с пола, выгоните? Первый раз в жизни промазал таун там на БДК. Надо тыкать притяжку с ВПшкой одновременно, нормально. А таун тут уже есть, если сорвут. Микролабик где там, подходи. Могу заменить. Не, все тут давайте фулл пафы. Кушайте рыбу.
Окей, сейчас притяжки начну. Ходайте. Поменяй ретри ауру на огонь. Дайте столик, пожалуйста. Да там рыба стоит. У меня уже достаточно таких предметов. Дерьмо. Да, наш сир. Давайте чек на пол. Так, бедолом. Дайте на пол сейчас хорошо на БДК. Смотрите, там не врывайтесь особо. Там на пол будут, вторник на КД. Давайте, с готовы, начинай. Этот мир вот-вот соскользнет. Ну ты тоже понял, если. Это вот ваша притяжка. Так ее не надо. Ты мне еще дерево дал. Нет. Видишь, я не привык так давать и дал с пула просто. Бежим. Смотрим, как будет лучше разливаться, смотрите. Блин. Бедолом выноси. Ну, диспельте первую фазу, хилы сами диспельте. У нас 5 штук. Бейте хрена хорошо, там бурсы не на КД. Третью я подиспелю. Мейку в какой случае исход возвращайтесь. Бежим. Давайте посмотрим, где лужи будут разливаться. Лужа нормально. ДТК сразу заходи, я скажу, когда зайти. Переключитесь, мелких, помогите слить. РД, тут эти пока больших. ДК, заходи. Рейд, заходите, во тьме в печеньку встаньте. Пещеры за ВВ сейчас. Третья аура. Зато стоит почти идеально. Он всегда в центре идеально стоит. Беги, малышка, нет. Беги! Скажите, когда можно будет зайти. Заходите. Там доты добьют. Далеко он твой фрик. Там лок умер. Пропускайте рез, я сейчас ближе к морте. Чё лок умер? Пропускайте рез, я ближе к морте, выносите. Сейчас я кину. Держи. Так, как выйдем, небесное выреснешь, сразу он где-то в центре будет валяться. Хорошо. И, наверное, заливайте там своим хилом. Джаспанк. Далеко. 52, готовьте свет. После метки, после лезвия будем выходить не раньше. 51, смотрим, сейчас будет метка, потом только будем выходить. Смотри, метка, альпич выноси. Выходим в свет. Ты чуть не обыграл. Ресы. Рост свету. Свет, первая метка, ровно назад выносите. Кадай, кадай, Серега. Сержик выноси. Вот как-то. Так, бежим, падает, близко падает, дальше бегите. Так, смотрим, лужа, лужа нормально, дайте рост во тьме, веселочка, выноси. Так, рост во тьме, свет, по трэшу играем, халюна не трогаем, веселочку кильте.
у меня что-то лагает. Это шаман цветы. Перевыноси. Бежим. Так, свет холёный, не бьем. Свет стоп. Смотрим лужи. Лужи нормально. Веселочка, выноси. Так, свет только по трешу играем. Свет только по трешу играем. Смотрите, там все из перевара есть. Все же перебежим, риснешь его. Беги, малышка, беги! Так, играем по Халёну, БДК протопал на перебежке, дошкаплю на БДК. Бежим. Держи кресы. Микролабик выноси. Сам себя. Так, свет играем по трэшу. Скажите, когда ему зайти? Заходи. Блять, дайте гимн на хп в свету, гимн на хп в свету. Фруля, ресы на креле быстрее. Фруля на креле, ресы. Свет, тьма не бейте, тьма не бейте. Джаспанк выноси, тьма не бейте. Уже не надо. Добивайте большого, дайте гимны на ману, если есть, дайте руки на анакреле. Сержик Инер Анакрелю, небесный Гутерполу. Бежим. Да у нас нету больше ресов. Смотрим лучше, бьем Халёну, даем хильти там. Бедолом выноси. Свет только трэш бьем. Только трэш бьем. Черный ремонт, иди к заднему порталу, скажите, как зайти, скажите, как зайти. У нас один хил. Скажите, как зайти, нариснулась. Да нет, пока. Стойте. Заходи. Заходи. Давайте, свет бьем Халёна. ХП Экс Обривен. Давайте, бьем пока Халёна, нормально все. Бежим. Так, свет не бьем. Свет вообще не бьем Халёна. Пусть кто-то сделает. Если задевать мне, что вы делаете? Так, давайте, только трэш бьем. Нормально все, там захилите два хила. Давайте только трэш бьем. Не бейте Халёна с виду 30% капли на БДК. Капли на БДК во тьме дайте. Да лучше. Доводите кто-то из ДД во тьму. Так, Клота, заходи во тьму. Клота и Сержик, заходите во тьму быстрее. Халёна не бьем. Уже нет, сейчас лезвие пойду. Стойте, стойте, стойте. Идите, ну, портал уйдите пока, скажем, как зайти. Так, Халёна не бьем. Бля, 50. Давайте напуливаем трэш. 50 будем и будем зирать. Так, напуливайте, добиваем. Веселочка. Умер. А, умер. Вы не добьете уже 5 лямов. Падайте, это говно трайка тут. Ливас сдох в лезвие. Лимон сдох в лезвие. Там наперед некуда было нести. Лезвие тебя догнали, долго несете нет. Если бы флешка не хилил, то сдохли бы там, один хулик не схилил. Говно трай, нахуй. Вспоминайте, как правильно играть. Юас, ты тут? Тут. Ну чё это за хуйня? Ты видишь пульсацию 15 метров от шарика? Ты что, не видишь? Ты прям в нее забежал. Дамажит не только лезвие, вот эти черточки, еще и шарик дамажит. Ну вот, ты забежал прямо в нее и сдох. Тем самым у нас дамаг во тьму до жопы спустился. Дайте маму-то еще раз. Держи три себя, братишка. К моему подходи. К приставскому не подходи. Да, это мамонт блохастый. Не, у меня четкий мама. Давайте, если тут можно фулл баф давать.
могу побить тьму, я могу побить кого хотите, только покажите пальцем. Залом. Давайте, все готовы, заходим за линию. Секундочку. Да, там на третьей фазе надо под гимном вот это вот это дать. Не знаю. Сейчас на закрыть, заходи. Давайте, все готовы, начинай. Да я потом перекину, я понял. Метку хвосту, через хвост возвращайтесь. Так, бежим. Смотрим, как лужа будет разливаться. Лужа нормально. Давайте, БРФ нету, падать нельзя. Идите через ход, возвращайтесь. Бежим. Смотрим лужа. Лужа в рейд. Башу проноси. ДК не заходи. Так, давайте РД больших пока переключитесь, а милики маленьких. Так, давай, лужа пропадет, ДК заходи. ДК заходи, рейд заходите. Во тьме в печеньку там станьте, вой, да? Кинул. Ага. Кажется, кстати, можно будет. Заходите. Давайте заходим. Пропускайте здесь, я ближе к морде выносите сейчас. Небесный. Хильное заливайте там своим хилом. Так, 52, свет готовьтесь. После метки будем выходить. После метки, после лезвия. Смотрим, какая метка будет. Лок выноси. Все, выходим в свет. Хилить, сука, будете, нет? Рост свету. Как дела? Что там? Да что-то проседали сильно. Так, Виталик, он кофта выноси, ровно назад. Виталий. Сейчас. Все живы, бежим. Бежим, бежим. Так, смотрим лужи. От КДшего скидать. Так, рост во тьме. Рост во тьме. Свет только трэш бью, Круня выноси. У кого там БР откатился небесный, перебежи мизантропа, риснешь. Свет только отрежвим. Мизантропа тьме.
Давайте Харю набьем, арчик носи. Хильте, арчик, хильте. Бежим. На небесной рисе мизантропа. Да, да, сейчас. Свет не бьем. Когда? Не-не, сейчас есть. Лужа в рейде. Так, свет только трэш бьем. А на крель в Альпе Зим на ХП. Где он лежит? Я не вижу тело. С левой стороны, с левой стороны. Так, играем как обычно. Как-то хили это вообще фигово. Сержик, выноси. Улетел он тапа. Да. Бежим. Кто улетел? Сейчас ты даешь словика. Лужа в рейд. Не нормально. Давайте играем как обычно. Лок выноси. Давайте играем по трэшу. Свет не бьем Хариона, только трэш. Не бежим, Тоби, иди к заднему порталу, скажем, ты зайдешь во тьму. Тоби, иди к заднему порталу. Смотрим метеорит, бьем Хариона, скажешь, как зайти можно будет. Агро, 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 блять. Так, блять, бэров нету. Ну, Утербол пробуй. Блять, гимнов нету. Дайте этого Утербола все хильте, Поклонского хильте. Бля, свет только трэш бьем. А, падайте. Кто Агро сорвал? О, Агро сорвал. Мак. Кто? Мак. Линкани теперь дамаг по большому голему. Микролады, я не знаю, как он сорвал. Мне слоты. Ну там уже зажидался. Почему Мизантроп умер во тьме? Не помню. Сам себя скорее всего не захилил. Просто вынес метку и умер. Ну хилить не должен один хил. Они вынесли метку друг на друга. Тьма и свет. И ШПшка заюзал этот точку, а тот умер во тьме. Нет, это другое было. Он просто вынес одиночную метку. А то, где ШПшка выжил, там выносил Войт. А, ну все, сорян. Давайте фулбафы светут. Дайте Маланда, пожалуйста. А Виталикун у нас как выжил в лезвие? Это дух был от Хунпоста? Я выжил рыба с помощью бабла. Поставили. Бабла. Настолько сильно перебзил. Что ему придало ускорение, и он успел оторваться от лезвия. Короче, бабл не спасает от лезвия, от метки спасает. Не прожимай бабл, не бегай в лезвие. Так пришлось мне назад вынести. Давайте, ребята, делайте нормально все, там на тапках не улетайте, не косячьте. И разойдемся в следующую целка там или РС-ку, что там будет. Сейчас сказки раздам, мама. Покажите дамаг голема небольшого. Ну это с фазы добивания. Хуйня какая-то. Он хант ни хрена не играет по большому, уже видно. Кстати, все готовы, ДК начинаем. Следите за своим агро. По ней уже нормально. Беги, малышка, беги! Бежим.
смотрим лужи. Нет, тут хвосту через хвост возвращайтесь. Бежим. Смотрите в лужу, греет. Оба обновляли микроладик. Так, ДК сразу не заходи, ДК не заходи. Играйте по трэшу. Играйте по большим, по маленьким. Так, ДК заходи. Рейд, мизантроп, реца Виталий Куна. Мизантроп, заходите, рейд. Я зашел. Хроня, реца Виталий Куна. Реса Виталий Куна. Скажешь, как зайти? Сука, блядь, Виталия. Да я, блядь, слакочет. Заходим. Если ничего, опять умер? Да. Фридом и только во время лезвия. Фридом только хилам. Сорян, народ. Ильдер своим хилом заливайте, к Сабливину. Тоби, останешься во тьме, шаман. Небесно откатился, БР? Еще нет. Сержа, крестнешь, он в центре будет валяться. 3 минуты еще. 1%. 1%. Тоби, оставайся. Выходим в свет. Захил. Резайте. Дайте рост свету. Виталик, бьешь свету. Бежим. Лужа в рейд. Рост во тьме. Свет только трэш. Метку назад, слышно. Не туда. Кого-то выноси. Вот видишь, почему туда надо было вести? Бежим. Сань, кинешь потом. Беги, малышка, беги! Молодец, что есть. Свет не бьем, смотрим лужи. Потом или ща? Лужа в рейд. Как есть. Утербол выноси, свет только трэш бьем. Веселочка. Протопол на БДК капру кинешь на переходке. На перебежке. Бежим. Смотрим, лужа в рейд. Залабик. Свет только трэш. Блин, обновляй бомбу уже второй раз.
Убегайте. Да вы не захилили. Тьма, стопайте. Добейте большого. Какой бомбу, ты о чем вообще? Небесный отец, свои микролабик. Ой, сфриз, выноси. Тьма, стопайте. Вороните там. БР, беда еще пока. Поворачивай, смотри, смещаемся, смещаемся. Так, смотрим лужи, я понял. Так, играем по трэшу, бедолом приноси. Свет только трэш бьем. Двум лужам метка. Двум лужам, темным. Так, свет холёный. Свет холёный не бьем, ждем 60, будем на той стороне добивать. Микролапика поднимать. Ну, ресы. Не бейте хрена святом. Смотрим метеорит. Поворачивай еще раз. Так, трэш напуливаем, добиваем. Зергайте. Лужа в рейд. Добивайте хрена, трэш напуливаем. Между луж темных вот этих нет еще. Между луж. Между, сука, не наперед. Это за роль, не понимаю. Кто на кого роль? Юмовское кольцо. Слушай. Не, милишное. И чё, мы фру не отдаем, да? Не понимаю. Писал на кота? Писал. Писал. Посмотри, без ГПшки. Без ГП, да. Так, наручи. Кто выше, скажите мне, пожалуйста. Мне они еще шаманам нужны. Да. Будет турбол выше. Так, это... Подскажите мне, пожалуйста, я ни с чем не остаюсь, если шмот не выпал, а я олю на танка. Поезд надо. Ну ты можешь рулить, и ЕПЕ тоже ты не можешь получить на другого перса. И получается, я ни с чем не остаюсь, так? Ну да, ты заявил ролл на танка, но ЕПЕ ты получаешь, ты остаешься с ЕПЕ. Не, ЕПЕ я уже получал. С другого перса на этот перса перекидывали. А вот двойной есть ЕП? Нету еще, поэтому я говорю, что я получал. Но ты не мог ролить даже на танка на этого персонажа. Не знаю, ну бля, вроде простое правило, я хер знаю, чего там дуплить. Ну как простое, я поэтому хочу уточнить. Я ЕП уже получал и шмот не выпал. Так что я, получается, вообще ни с тем не остаюсь. Ну да, и без ЕП, без шмота. Либо получать, если ты писал ЕП на этого персонажа в первом рейде, ты даже ролить на него не мог. В смысле, на этот персонажа? На втором рейде ролить ничего не могу, хоть я и получал ЕП. Да, если у тебя нет двойного ЕП на этого персонажа. А, ну понятно, я хорошо учту я это. Тогда нет, это, закинь мне тогда. Я же тебе два раза это уже говорил. Не, на самом деле это очень простое правило, есть правила гильдии, просто почитай и пойми. Никто не хочет тебя обмануть там или что-то, никто тебе не будет накидывать никакого ГП, успокойся. Ты уже задрал своими просьбами накинуть тебе ГП. А чё, я же правила нарушил, всё, честно. Мне дури голову, ты не так грубо их нарушил, чтобы тебе сейчас тут во всю ГП раскидывать. Ты ходишь в рейды, дамажишь, там что-то делаешь. Там что-то делаешь. Либо ты специально нарушаешь, и потом уточняешь, и просишь, что тебя начислили ГП, я не знаю. Садамаза. Блин, я уже два раза ему по-честному пытался получить его два раза ЕП на... Ладно, как там закончите разговор?
как закончить. Каноба, пикни сыровина, его не было. Да? Да. Или мне можно накинуть, а там похуй, там, хоть камни с неба, да, как Олег говорит. Давай я просто накину, и мне похуй будет. Можно, да, накидывать? Ладно.